В саду музея «Дерево дружбы» сегодня кипит работа. Возводят каркас вокруг главного цитрусового. Его каждый год укрывают в первую очередь. И тут интерес не только научный, но и исторический. Ведь каждая веточка – память о том, кто ее прививал. Сейчас рабочие возводят каркас. Кстати, он разборный только на главном дереве дружбы. Остальные каркасы стоят круглый год. Уже через несколько дней их укроют специальным материалом, а сверху закроют пленкой. Даже если мы знаем по прогнозу, что не будет морозов, они все у нас в зоне риска, мы не можем потерять ни одной прививки, поэтому мы укрываем. Почему? Может быть снег, а снег у нас мокрый. И тогда у нас обильная листва, деревья вечно, и все обломается. Это крах, это недопустимо, поэтому все деревья мы укрываем. Кстати, главное дерево дружбы, с одной стороны, оставят приоткрытым, чтобы доступ гостям к дереву был круглый год. Внутри, под укрытием, будет постоянно работать обогреватель. Тем временем утепляют деревья уже по всему городу. Сегодня специальные каркасы установили вокруг теплолюбивой агавы. Правда, укрывать эти деревья будут только через несколько дней. Специалисты боятся, что сейчас под пленкой им еще будет жарко. Работы по утеплению растений планируют завершить к середине декабря, а снимать укрывной материал начнут уже в марте. К слову, пока теплолюбивые южные растения укрывают от холода, самое зимнее дерево уже совсем скоро появится на площади флага. Сегодня начались работы по монтажу каркаса для главной городской елки. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.